Ну, из-за трех, да. Русский пришли справа. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот они, эти прищепки. Скажу сразу. Качество Г. Даня, принеси вот такую вот штучку. Вот такую штучку. Только там. Прищепку попроси у мамы. Ой, качество вообще никакое. Это ужас. И, кстати, стоит чуть-чуть дешевле, чем в Икее я покупал. Но в Икее я покупал ужасно, короче, качество. А, такие же. Вот смотрите, видите? Вот. Заусенцы, ну, неаккуратно сделаны. Пластик, как бы, это такой шероховатый. А вот это вот такие, ну, вот гораздо, во-первых, блестит она больше, более аккуратно сделана, и она, пластик у нее другой, какой-то пластмассовый, вот как игрушки Лего. Даже нет, я скажу, как игрушки обычные. А это вот с Икеи, такая же цена, тут 5 штук 49 рублей, тут 4 штуки 50 рублей, 54 рубля. То есть в Икеи гораздо за 4 рублей ждать 2 месяца. Конструкция такая же с Икеи, но она и потолще, вот. Вот смотрите, он даже не защелкивается, видите. Окейская конструкция, во-первых, она мягенькая. Направляющая у нее скошенная. Скошенная немножко. Здесь ровная. Вот ее защелкнуть. А эту спокойно. Раз. Окейскую. То есть окейская достаточно лучше. И есть ребра на окейской. А на китайской нет ребер. Скорее всего, не будет соответствовать описанию. Конструкция похожая. То есть вот этот продавец торгует подделкой, короче говоря, леваком. Понравилось мне, ужасно. Буду ставить 3. Ну, я не знаю, если увидите на видео качество, ну, разность как бы этого. Тут она блестит, переливается гладненькая вся, а тут она шероховатая и всякие вот эти вот торчат эти усики. Отлития плюс вот здесь вот разница в этих, тут наискось вот поднял чуть, раз она открывается, а тут поднимаешь, она, ага, ого, кстати, да, о, вот она, короче, подделка левак. Вот разница в этих точечках, тут тоненький, здесь толще, и размер. Размер это чуть-чуть окейская больше. И пообъемней. С Икеи. С нашего магазина местного. А это китайская. Вот. Видите, десятки. Здесь такого нету. В общем, говно не стоит покупать. Мой вам совет. Ну, на худой конец, конечно. Если партию берете, то можно. Так, если. Так-то и то герметизируют. Но нету смысла покупать, потому что говорю, в Икее 4 штуки 54 рубля стоит. Здесь 5 штук стоит 49 рублей. То есть на рубли разница, на одну штуку разница. А ждать 2 месяца вот эту фигню, эх, нафиг.
Я уже так сейчас не покупаю, это так я заказал потом, последний раз, говорится. Ну все, всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Удачи, до новых встреч.